И снова всем привет, зрители и подписчики моего канала. Я продолжаю прохождение игры Альфа Протокол, или же Протокол Альфа. И, как вы уже знаете, в прошлой миссии я, более-менее успешно прошел миссию по установлению жучков. И теперь давайте посмотрим, что мы сможем приобрести на полученные нами бабки, и какое задание у нас будет следующим. Mike, you made it back from the airfield. I was worried that once you were spotted... You need to have a little faith in me. I suppose. You did manage to get us the flight logs. It may be a problem in the future, though. If Shahid feels we're on to him, he'll bring his elite guard in, which could make your upcoming missions more difficult. We'll see. I think I'll get by. Is the bug transmitting? Loud and clear, no problems. We have Parker and some of the other analysts on it now. Shouldn't be much longer. All right, then. Let me know when she found something. Will do. And again, good job. Отлично. Фу. Элитный красавчик. Такс. Такс. Что у нас находится здесь? Воспользоваться компьютером. Так, расчетный центр, электронная почта. Так, входящие, архив, отправлено данные входящие. Так, подтверждаю, что жучок действия реагирует в пределах нормальных бла-бла. Отлично, полетные данные. Короче, кто хочет, читайте на паузе, я прочитаю уже по-быстренькому. Так. Так, понятно. Ну что ж, почитали. Расчетный центр. Так, что ж мне приобрести? Ну, это я приобрету по-любому. Хотя это, конечно, наивно полагать. Так, хорошо. Что у нас есть из пистолетов? Всего у нас по деньгам 19 штук. Так, что ж приобрести? Штатный прицел, облегченный ствол, утяжеление, бла-бла-бла. Пистолет Самаэля. Да. Мне круто. Так, что у нас из брони есть? Хочу хорошую броньку. Маскировочная, бронежилет спецназа, тактика. Так, ну это очень дорого. Так, возьмем спецназ. Так, защита суставов. Ну, у нас это есть. Дополнительные керамические пластины. Регулятор адреналина. Дополнительная подкладка. И что еще? Подсумок. Полотно. Керамические вставки, карманы. Камуфляж. Инфракрасная маскировка. Так, перчатные проводники, повышает взлом замков и так далее. Это хорошо. Так, у нас осталось всего 6 штук. Ну чё, супер. Просто супер. Так, автомат Гамильтона АР-21. Сравнить с выбранным... АК-90. Так. Так, штатный прицел. Ускоритель. Штатный,
штатный. Ничего полезного для нас нет тут. Потому что у нас нету для этого всего бабла. Капец, столько так дорого стоит, ё-моё. И у кого-то уже есть бабки, чтобы такое покупать. Звездец, конечно. Обалдеть. Так, с дробашом что делать? Да ничего не делать. Так. Ничего полезного нет для нас. Разведданные. Так, закупимся аптечками. Так, аптечки, это важно. Аптечки, это важно. Отлично. Выход. Так, ну что, сходить в туалет, принять ванну мы не можем. Модифицировать Тортона. Нет, мне так больше нравится. Менять больше ничего не хочу. Спать, можем поспать. Нет. Обидно, 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 обидно. Выйти из квартиры. Не хочу я выходить из квартиры. Пора отправляться на следующее задание. Так, секундочку. Так, а где мне взять следующее задание? Это включить телевизор. Senator Patrick Darcy unveiled new legislation aimed at cleaning up the federal government by greatly restricting lobbyists' access to legislators. The bill, called the People Over Rich Corporations Act, or PORC Act, would prohibit lobbyists from contributing to election campaigns and require anyone affiliated with a corporation to stay 500 feet or more away from any member of the legislative branch. Opponents of the bill have labeled it a draconian offense against free speech, and so laughably unenforceable as to render it a farce. Senator Darcy had no comment for INN News. Should American businesses be compensated if conflict arises in Asia? Понятно. Как всегда в мире происходит полный абзац. Хорошо. Это что хорошего-то? Воспользоваться компьютером еще раз. Так, новой электронной почты у нас нет или есть? Входим, расчетный центр. Для себя я тут уже все позакупал, 3000 у нас осталось. Ну, пускай так и будет. Хорошо. Так, где можно начать-то новую миссию? Броня. Так, бронежилет спецназа. Так. Вот так вот. Отлично. Отлично. Пистолет, по-моему, самая лепина, да? Угу. Отлично, отлично. Так, глушак, разная, бла-бла-бла. Хорошо. Пистолет, автомат. И вот так вот. Ну теперь все, можно отправляться на задание.
Давайте сейчас допросим на Сирии торговца оружием. Итак, допросите на Сирии торговца оружием. Выясните, что на Сирии знает о похищенных ракетах Халбека. Репутация 2, приязнь. Дополнительная особенность инструкции, бла-бла. Так, след похищенных ракет ведет к торговцу оружием Амару Мохамеду бин Насири. Нихера себе. Его лагерь находится в заброшенном дворце в окрестностях залива. Найдите Насири и выясните, что ему известно о ракетах Халбека. Разведданные по операции, бла-бла-бла. Новые данные в продаже. Спасибо, спасибо, конечно, но деньги мне нужны на более важные вещи. Начинаем. That makes getting to Nasri that much easier. American. Nasri said nothing about an American. I'm not looking to advertise my presence, only to do business. Business, eh? Check with Nasri if you don't believe me. He's waiting for me, and my down payment. I call ahead. Go on through. Can't believe you bluffed those guards. Отлично. Через охрану прошли. Уже хорошо. Теперь пора за дело. 200 метров до цели. Многовато так, если честно. Так, для нас полезного ничего не оставлено. О, я так и думал. По-тихому. Все пытаемся сделать по-тихому. Да ну нах! Looks like they figured out I was bluffing. Nasri's headquarters are in an old palace up the hill. That's your target. Отлично. Это не я спалился, просто выяснили, что я тут нежеланный гость. Прямо в голову. Да, патронов у нас мало. Надо их экономить. Прямо в голову. Отлично, граната. Супер. Извини, братюнь. Так надо. Такс. Отлично. Полезности есть, полезности нет. Может, наверху что-то есть. Тоже глухо. Ладно, как скажете. Получено ЛЦУ. Это вообще что такое? Так, это
это не модификация. Спецсредства. ЛСУ. Ладно, как скажете, спасибо. Будет проще. Лайк. Так, ну что, вырубаем сигналку. Да что за нах? Прекратить. Так, один. Два. Три. Четыре. Пять. Сигналка выключена. Больше нас не побеспокоит. 5000 бабла. 5000 бабла. Это внушает. Это внушает. Так, контрольная точка засейвена. Сядем. Так, эта дверь не отпирается. Это загражденная. Look for alternate ways in. No need to risk a direct confrontation. I'll keep an eye. Вот как ты меня запалила. Походу меня не услышали. Если так, то отлично. Фак. Блин, я почему всегда нажимаю правую кнопку мыши? Привычка такая, походу. Не помню, с какой игры. Ладно. Сломали. Вот ради чего. Отлично. Нас никто не должен запалить. Да как так? Ну супер, ну что еще скажешь? Давай. Отлично. Задолбали гранатами своими, ублюдки. Блин, 32 хп. Ладно, ждем, пока восстановится бронька. Хотя бы бронька нас спасет. Один, два, три, четыре, пять. Ты еще живой? Третий уровень. Спасибо. Да чтоб тебя. Дыхай. Okay.
Умники закончились. Отлично. О, хорошо. Намного легче стало. Теперь ломаем замок. Еще бабки. Бабки в деле — это плюс. Так, личные данные. Спасибо. Я знаю, что у меня третий левел. Так, пистолеты. Прокачать. Автоматы. Отлично. Разумеется, сохранить. Хорошо, топаем дальше. Пока все чисто. Но это пока. Патрончики, дозвуковые патроны. Дозвуковые патроны. Что может быть лучше? Так, навыки, бдительность. Так, пистолетные патроны. Патроны с остальным сердечником. Так, подробнее узнать о них можно. Повышает наносимый урон и проникновение через броню смягчает отдачу. Так, давайте с ними побродим пока. Отлично. Так, а для автомата? Упс. Что они значат? Ага, против брони неэффективные. Отлично. Так, аптечка первой помощи. Что у нас есть еще? Проникнуть во дворец. Как скажете. Как скажете. Fuck of a lot of stairs. Да, я тоже ненавижу ступеньки. Самый главный враг человечества. Лестница. Сколько народу. You there. Make yourself useful. Start unloading the second truck. Why must we hurry to unload these weapons? That's three is plenty to display already. Так, теперь нужно по-тихому всех снять. Хотя я думаю, что вряд ли получится. Обычно с моим мастерским стелсом. Упс. Ну, я же говорил. Ты еще стоишь, дебил. Вообще стоит такой чисто. Я ни при чем, я не при делах. Да стань ты ровно.
задолбал. Атакуй! Капец. Я ж подошел, начал атаковать, блин. Вот тормознутый. Перс попался нам, однако. Так, дополнительные керамические пластины. Супер. То, что нужно. Так, что тут? Не открывается. О, бабосики. Много бабосиков. Бабосики — это всегда лайк. Так, тревога, ты уже задолбала пилищать мне нервы. Один. Так, 20 секунд. Один. Два. Три. Четыре. Пять, отлично. Так, спокойно вздохнем. Перезарядимся. Потопали дальше. Found a way into the palace. Good. Going to be hot in there. Careful, Mike. Ну, то, что тут будет холодно, я тоже сомневаюсь. Подлечимся маленько. Так, снова. Передохнули, ломаем. Еще 3000 бабок. Ну что может быть лучше? Так, теперь важный другой вопрос. Куда мне топать? То есть тут больше ничего нет. Ладно, тогда уходим. Неизвестность. Так, оттуда я прибыл. Вроде как. Контрольная точка есть. Да чтоб тебя. Подойди ближе. Сзади никого. Ты подойдешь или нет? И думай, идти к нему или не идти. Сам виноват. Так, у тебя ничего полезного не выпало. О, что это? Отлично, патрон — это лайк. Вот. Опять супер физика. Отлично. Тревога не была поднята. Ну что ж, здесь сработано довольно-таки круто. Вот танки. Nice collection. Wonder if any of it works. See if there's something you can use. Так, тихо.
большом деле, главное беспалевность. Начинаем. Лишь бы вышло. Как меня заметили, твою налево? Блин, долбанные вышки. Кай. Кто следующий? The exit's in the corner, opposite the entrance. Try to get to it without getting killed. Да убей ты его. Управление ракетами, ну уже. Так. Ракеты есть. Твою ж налево. Отлично. At the palace. Да, отличная идея. Завальнуть ракеткой. Но толку от этого никакого. Спасибо, глючный чувак. Ты мне помог? Так, сигналка, вырубись. 1, 2, 3, 4, 5. Вроде все. Погнали отсюда так. Чуть-чуть подлечимся. Это никогда не помешает. Careful, Mike. Nasri's got to be nearby. There's no other exits from the palace. Yeah.
Ребята, давайте жить дружно. Где ты? Отлично. С охраной разобрались. И как всегда, по-тихому не получилось. Так, взяли портфель с бабками. Тут ничего не видно. Что, все? Больше ничего нет? Патроны. Все? Ну ладно. Майк, have you spotted Nasri? He's right here. He's got nowhere to run. This should be quick. Give me a sec. You? Who are you? Omar Mohammed bin Nasri. By order of the United States government, I'm placing you under arrest. Arrest? For what? No crime here. Nothing involving United States. You are in possession of illegal shoulder-mounted munitions. We'd rather you not sell them on the black market. The missiles? You are too late. Already gone. Sold. You cause all this trouble for nothing. Sold? To who? I take their cash, not their names. You come a few days ago. Maybe you could have killed them instead of my men, eh? Mike, this is bad news. If he's telling the truth. What you do now, huh? Kill me? That not get your missiles back. Mike, we need to know where those missiles went. If we let him go, he could lead us to the people he sold the missiles to. Or they might come after him. Either way, we win. But if he can't lead us to the buyers, then we've let a killer go, and more people will die. Remember that rocket attack in Money, guns. Yours, if you let me go. I'll take the cash you made on the sales here, and the account number to the Saudi holdings you think no one knows about. It'll save me from having to hack the file. Saudi holdings? But... The cash and the account code. I get you both. Here, I transmit to you. Number check out, see? Good. Now get out of here before the Marines show. Are you sure about this, Mike? Yeah. If we just let him go without a bribe, he would have smelled a trap. Ah. I want him scared, not paranoid. And a little extra cash might prove useful later on. Fair enough. Search the room, see what you can find. Ну вот как-то так, друзья, мы все сделали. Надеюсь, я сделал все правильно. И в итоге ничего плохого не произойдет. Но, как бы то ни было, на этом мы завершаем данную серию и продолжим позже. А на сегодня все. Всем пока.